Чисто там, где метут, моют и красят. К летнему сезону преображается Самарский Арбат. Вооружившись инвентарем, на Ленинградскую вышли представители администрации, коммунальных служб и служб благоустройства, общественники и волонтеры. На территории улицы Ленинградской сегодня планируется, ну, помимо общего приведения в порядок самой улицы, которая предварительно все-таки уже прошла процедура очищения, мы сегодня красим аллею наших почетных граждан. Привести в порядок пешеходную улицу города решила и глава Самары Елена Лапушкина. Я когда обходила улицу Ленинградскую в предыдущие свои обходы Самарского района, вот для себя поставила план, что, конечно, надо навести на ней порядок. Это касается и люков наших колодцев, это касается и лавочек, но, безусловно, внешнего вида наших почетных граждан, как они выглядят на этой улице. Поэтому я сегодня здесь. Когда мы все вместе, город быстрее приводится в порядок, и, соответственно, настроение у всех становится совсем другим. На субботник только в Самарском районе города вышли 2000 человек. Это и соцслужбы, и промышленные предприятия, школы, СУЗы, вузы и, конечно, неравнодушные жители. В прошлом году в связи с пандемией не получилось вывести такое большое количество людей, а люди хотели. И разговаривал сам с жителями. Жители очень позитивно воспринимают. На солнышке поработать хотят, убрать свои дворовые территории. Все делают с удовольствием. Всего муниципальный субботник, второй в этом месяце, собрал около 40 тысяч любителей чистоты. С 1 апреля в наведении порядка на самарских улицах и во дворах приняли участие почти 80 тысяч человек. Следующий субботник, общегородской, состоится 23 апреля. Светлана Кудрявцева, Василий Колдашов. События.